Чай моринга работает как антиоксидант, очищает организм человека и укрепляет иммунную систему. Регулярное потребление чая способствует оздоровлению кожи. Чай из моринги помогает справиться с тошнотой, депрессией, сахарным диабетом и многими другими заболеваниями. Больные сахарным диабетом могут смело употреблять этот чай благодаря низкому содержанию сахара. Этот волшебный чай является богатым источником витамина С. Напиток повышает циркуляцию крови в теле. При регулярном употреблении чая организм будет напитан всеми полезными веществами. Чай из моринги способствует потере веса. Исследования показывают, что чай из моринги полезен для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря его способности к ускорению обмена веществ, калории будут сжигаться очень быстро. Чашка чая из моринги по утрам напитает ваш организм и поможет чувствовать себя бодрым и активным в продолжении дня. Помимо того, что чай из моринги напитывает тело полезными веществами, напиток играет важную роль в поддержании мозга и глаз. Употребление чая поможет быстро принимать сложные решения в непредвиденных ситуациях. Моринга-чай полезен для пищеварения. Чудо-чай из моринги способствует правильному перевариванию пищи. Нормальное пищеварение избавит человека от расстройства желудка. Чай также способствует нормальному функционированию почек и печени. Организм считается здоровым в том случае, если эти органы работают хорошо. Полезные свойства чая моринги для кожи. Кожа – это зеркало здоровья. Когда органы пищеварения и выделительной системы работают нормально, это сразу отражается на коже. При регулярном употреблении чая из моринги ваша кожа будет улучшаться день за днем. Ускоряет рост волос. Способ приготовления. На одну чашку использовать по одному чайному пакетику. Положи чайный пакетик в чашку или заварочный чайник, добавить чисто кипяченой, не горячей воды и оставить на 3-5 минут. Противопоказания – беременность.